не ограждено, не обозначено ни на картах, ни в навигаторах. Это древнее мусульманское кладбище в селе Каменском Ленинского района. По словам старожилов села, мусульманское кладбище было здесь до войны. Сейчас от него ровным счетом ничего не осталось. Ни камней, ни табличек с именами и датами. Страшно даже представить, что в данный момент я хожу по могилам. Человеческие останки нашли строители совершенно случайно во время прокладки газопровода. Волонтер Рустем Аметов в первый же день предложил свою помощь. По словам жителей, кладбище было, без преувеличения, большим. Вот этот весь массив, который вот мы видим, да, можем вот осмотреться, да, практически вот до вот этих вот строений, это весь массив, это кладбище. Дальше мы видим дорогу, которая вот, если мы сейчас развернемся, да, то мы увидим дорогу, и первые вот дома, да, вот до вот этих вот первых домов. То есть вы можете представить вот этот вот весь массив, то есть это огромная территория. Трубы для газопровода прокладывали от ближайшего села Семисотка, это 9 километров. Сейчас все строительные работы приостановлены. О том, что погребение мусульманское, свидетельствует боковая ниша, куда укладывалось тело покойного. И они все смотрят в сторону Кыблы, то есть Кыбла у нас так. Значит, у нас тело было положено параллельно, да, то есть сторона головы, она приподнята, с этой стороны как раз его и убрали. Если пересеивать всю землю, то можно будет найти. В 50-е годы надгробные камни использовали местные жители для строительства домов, заборов и сараев. Люди увидели, что здесь именно кладбище. И начали приносить из своих домов, кто у кого что есть. И вот они принесли, если видите, здесь вот три надгробных камня. Но здесь остались надписи, здесь вот на арабском написано. Если его внимательно посмотреть, то можно, тут какое-то одно слово написано. В администрации Ленинского района о ситуации знают. На данный момент совместно с главой сельского поселения, совместно с имамом Ленинского района и с инициативной группой села Каменка были найдены которые кости, собраны в мешки и планируется провести перезахоронение на этом же месте. Перезахоронение проведут в ближайшее время по всем мусульманским правилам. Сабина Дениева, Максим Голубев, телеканал «Милет», Ленинский район.